Всем привет, я продолжаю играть в Корсары каждому свое. Ашар де Мор продолжает проходить дополнение «Последний урок». Сейчас он идет к ростовщику Бастера по квесту «Ценность молчания». Добрый день, капитан, что вам угодно? Хотите взять займ или открыть вам кредит? Очень рад, обсудим дела, дружище. Какие вопросы? Я капитан Шарль де Мор, ваш человек встретил меня в порту и сообщил, что вы желаете меня видеть. Слушаю вас внимательно. А, капитан Шарль де Мор, очень рад вас видеть, совсем заждался, уже отчаиваться начал. Хорошо, мне к вам такое дело. Некоторое время назад к вам в порту подходил человек по имени Бертран Пинет с целью подняться на борт вашего судна. Такой состоятельный на вид господин в роскошном парике, ведь я прав? Да, припоминаю такого господина. Он действительно обращался ко мне с целью нанять мое судно. Нанять ваше судно? Капитан, вы меня очень обижите, если сообщите мне подробности этого дела. В долгу я не останусь. Вот этот туго набитый золотом кошель теперь ваш. Держите и поведайте мне все, что касается Бертрана Пинета. Хорошо. Месье Пинет зафрахтовал мое судно для того, чтобы я доставил его и двух его друзей с Гваделупы на испанский Мейн, а именно в залив Москита, что Порто-Белло. Я выполнил его заказ и перевез Бертрана и его товарищей в указанное место, где они покинули мой корабль и ушли в джунгли. Ясно. А месье Пинет не говорил, куда он дальше намерен отправиться, и что за спутники были у него? По словам месье Пинета, они собирались в Панаму, а друзья у него были достаточно интересные, два офицера, один испанец, второй француз. Уж не знаю, что их связывало, но мне платили не за то, чтобы я задавал им вопросы. Испанский офицер и французский? Вот это да. Ай да месье Пинет, такого прохиндея еще поискать надо, еще и тут денежек ухватило, наверняка немало. Панаму говорите? Да, это все, что я знаю о Бертране Пинете. Что-нибудь еще, месье? Или я могу откланяться? Постойте, капитан, у меня к вам будет деловое предложение. Вы же не против заработать немного денег? Но сначала позвольте мне вкратце объяснить вам ситуацию относительно месье Пинета. Это касается дела, которое хочу вам поручить. Но давайте послушаем. Месье Бертран Пинет появился в нашей колонии года два назад и весьма успешно занялся бизнесом с капитанами кораблей. Проще говоря, он обтяпывал самые разные дела и делишки. И мы привозили товар, который был в дефиците в нашей колонии для продажи. Он договаривался о перевозках и доставках ценных вещей, не гнушался работорговлей, как я слышал. Он систематически брал у меня в банке кредиты для своих махинаций, но всегда расплачивался точно, в срок и с процентами. И вот незадолго до своего исчезновения с вашей помощью он взял у меня очередной кредит для одной операции, причем этот кредит превышал любой из тех, что я выдавал ему ранее. Но поскольку клиент старый с безупречной кредитной историей, то я поверил ему. Как оказалось, зря. Месье Пинет сбежал, возвращать займ, очевидно, не собирается. И как велика сумма, которую он вам должен, позвольте поинтересоваться. Велика, примерно 150 тысяч песо, не считая процентов. Кредит был выдан золотых дублонов, 10 сундуков по 150 штук. Два года примерно расплачивался по счетам, приучил вас, а потом взял огромную сумму и скрылся? Именно так, капитан. Поэтому я хотел бы поручить вам работу, отыскать этого негодяя и привезти ко мне в Бастер. А тут уж мы с губернатором и комендантом подумаем, как заставить его раскошелиться. Вы видели его в лицо, вы его отвозили, у вас больше шансов найти месье Пинета, чем у кого-либо еще. Я, конечно, направлю по его следу профессионального охотника за головами, но мне кажется, что ваша помощь может оказаться эффективнее. И что насчет награды? Я дам вам за успешную работу сундучок с дублонами, 150 штук. Мне кажется, что за поиски, по сути, похищение человека, да еще в испанском городе, награда как-то невелика. Капитан, я полагаю, что месье Пинет не скупился с оплатой, моими деньгами, раз вы так низко цените предложенную мной награду. Я смею вас уверить, что это вознаграждение достойное, вы безусловно вправе отказаться, но я хочу сообщить вам кое-что, и вы наверняка измените свое мнение. И что же это может быть? За пару дней до того, как Пинет сбежал с Гваделупы, из каземата форта Бастер сбежал военнопленный испанский грант, офицер Дон Карлос де Мильер. Этот побег стал возможен благодаря предательству французского офицера, лейтенанта морской пехоты. Капитан, а теперь сопоставьте события и пораскиньте мозгами. Кто уплыл на вашем корабле из Гваделупы вместе с месье Бертраном Пинетом?
Хм, а какое я имею к этому делу отношение? Я просто отвез пассажиров по найму. Да, конечно. Лично у меня нет сомнений в том, что вы не принимали участие в организации побега Дона де Мильяра. Но ведь наш губернатор и комендант, и командующий гарнизоном вполне могут рассудить иначе. Тут как минимум соучастие, а как максимум, боюсь подумать. Сами посудите, вы взяли на борт испанца, наверняка в какой-то потайной бухте. Вывезли его с острова. Я прав, капитан? Мне все понятно, вы меня шантажируете. Зря я к вам пришел. Что вы, капитан, какой шантаж? Я всего лишь прошу вас помочь мне и предлагаю хорошую оплату за эту помощь. Будьте так любезны, отыщите месье Пинетта и привезите в Бастер. Я буду ждать. Думаю, 2 месяца вам вполне будет достаточно для путешествия к Панаме и назад. Вы не оставили мне выбора, однако я не думаю, что такой способ ведения дел послужит установлению между нами дружеских отношений. До свидания, месье. Итак, Шарля шантажом заставляет искать Пинетта. Недаром я подозревал, что от этого фракта Бертрана Пинетта я заработаю больше неприятностей, чем денег. Так и вышло. На моем корабле вместе с Пинеттом скрылись беглый военнопленный офицер-дезертир. Вне всякого сомнения, жулик Пинетт сорвал с этой парочкой приличный куш. А мне теперь расхлебывать эту кашу, найти и привезти назад на Гваделупу мошенника Бертрана. Иначе мне не миновать неприятности с французскими властями. Каналер-ростовщик представит дело так, словно я был с беглецами заодно. Делать нечего, отправляюсь в Панаму, вроде туда собирались мои бывшие пассажиры. А теперь мне следует твердо запомнить впредь, не распускать язык с посторонними людьми о своих делах. Итак, Шарль отправляется в Панаму. И вот Шарль уже в Панаме, будет расспрашивать местного товарищика о Бертране Пинетте. Все сплетни города Панамы к вашим услугам, что вы хотели узнать. Послушай, я ищу человека по имени Бертран Пинетт, не слыхал о таком? Он недавно прибыл в Панаму, солидный такой господин по реке Кручено. Может, сходил к тебе? Бертран Пинетт, француз? Первый раз слышу, нет, приятель, французов у нас в последнее время не наблюдалось. Вот незадача, точно не видал. Он друг одного важного идальга, Дона Карлоса де Мильяра. Они вместе должны были приехать. Сеньора де Мильяра, все идальга Панаму навещал с год назад на военном построении. А так Дон Карлос де Мильяр живет в Порто-Белло, большой друг тамошнего губернатора. Ясно, значит, я напрасно проделал путь через джунгли. Ладно, спасибо и на том, приятель. Пинетт и его спутники в Панаме не появлялись. Ничего удивительного, Бертран просто солгал мне из предусмотрительности. Отправляюсь в Порто-Белло, может, там мне удастся выйти на след. Отправляемся в Порто-Белло. Шарль уже в таверне Порто-Белло, и теперь будет расспрашивать этого товарищика о Пинетте и его спутниках. Что вам угодно, сеньор? Послушай, я ищу человека по имени Бертран Пинетт. Не слыхал о таком? Он недавно прибыл в Порто-Белло. Столидный такой господин, торговец, по реке Крученом. Может, заходил к тебе? Ничего не слышал об этом господине, приятель? Он знакомый Дона Карлоса де Мильяра. Точно ничего не припомнишь? Нет, так если они с Доном де Мильяром друзья, иди на прием к губернатору, попроси о встрече с сеньором Карлосом. У него исправишься о своем торговце. Пожалуй, так и сделаю. Спасибо за совет. Трактирщик порекомендовал мне обратиться по поводу Пинетта к Дону Карлосу де Мильяро. Славный совет. Боюсь, последовав ему, я рискую загреметь прямиком в тюрьму Порто-Белло. Нет, сеньору де Мильяро соваться я не стану. Уже дюжи хитрую рожу состроил бармен, выдавая рекомендацию. Сдается мне, что этот хрыч знает больше. Надо попытаться разговорить его. Итак, теперь надо выбирать свитку разговора, где надо им платить 1000 за информацию. Я готов рассказать все, что знаю, но не бесплатно, 1000 песо. Недавно в губернаторском дворце пышный праздник был. Вернулся Дон Карлос де Мильяр, большой друг его светлости. В морском сражении он попал в плен к французам, однако ему удалось сбежать, склонив на свою сторону французского лейтенанта. Дону Карлосу ума не занимать, как, впрочем, и щедрости. Лейтенанта этого Жана Дено приняли на службу в должности капитана и поставили командовать судном Серио. И вроде даже небольшую плантацию ему подарили. Теперь французы величают не иначе, как Дон Хуан. Так-то?
Очень интересно. Хорошо, ты заслужил свои деньги, держи. А больше ничего примечательного не знаешь? Больше мне нечего добавить. А теперь прошу меня извинить, но дела не ждут. Хорошо, приятель. Итак, Пинетто пока найти не удалось, зато я вышел на след третьего пассажира, французского офицера-дезертира. Теперь он испанский дон и командует военным судном Серио. Такова награда за предательство. Похоже, мне ничего не остается, кроме как познакомиться вплотную с новоявленным сеньором, взяв его корабль на абордаж и захватив капитана в плен. Если Дон Хуан даже и не поможет мне с поиском Бертрана, то хотя бы сдам его губернатору Гваделупы, мне это зачтется. Шарль отправляется обратно в бухту Москитос. Появляется запись в судовом журнале. Кажется, мне повезло, военная шхуна Серио стоит на рейде Порто-Белло, однако пытаться напасть на судно прямо на глазах дозорных форта неразумно. Лучше покараулить, пока она выйдет в море. Не вечно же Дон Хуан будет торчать в Порто-Белло. Я думаю, что Шарль пока здесь наделает бумажных патронов. И вот через некоторое время при выходе на берег появляется запись в судовом журнале. Серио вышла в открытое море в погоню. Ждать пришлось недолго. Я думаю, стоит проплыть немного по боевой карте, чтобы приблизиться к Серио и не гнаться долго по глобальной. Это и есть Серио, корабль с фиолетовыми парусами на глобальной карте. Как-то Шарль на глобальной карте вышел рядом с этим кораблем. А здесь мы оказываемся на расстоянии, видимо, это неизбежно. Выйти таким образом, чтобы сразу оказаться к борту Серио, видимо, не получится. Хотя это был бы наилучший, я думаю, вариант. Сразу дать пару-тройку залпов картечью, пока они перезаряжаются на картечи, идти на абордаж. Но такой возможности нам здесь не дают, придется помучиться. Хотя у Шарля шнява и, в общем-то, приличные офицеры. Кстати, должен сказать, что офицеров я не менял. То есть у Шарля по-прежнему все те же самые офицеры. Я думаю, что и с ними Шарль должен здесь справляться более-менее уверенно. Так как все-таки кораблик у Шарля вполне себе приличный. Шнява это, в общем-то, корабль все-таки посильнее, чем военная шхуна. Поносить команду у Серио картечью все равно желательно, так как этот дезертир Жан Дено вполне себе приличный офицер, особенно на этом уровне сложности. И, конечно же, нахрапом даже на шняве взять эту военную шхуну не получится, так как у Шарля нет мушкетного залпа. Можно, опять же, конечно, было здесь посливать и боцмана, и канонира. В общем-то, у Шарля уже достаточно высокий ранг, можно было бы, наверное, даже сливать боцмана с мушкетным залпом, но я этого делать не буду. Я думаю, что Шарля вполне себе достаточно сейчас по количеству и качеству команды, чтобы более-менее уверенно расправляться с Жаном Дено и военной шхуной Серио. Хотя и легкой прогулкой, понятно, это не будет. Насколько я помню, у них мушкетный залп есть, поэтому это уравнивает во многом шансы Шарля и Жана Дено.
Но моя тактика, в общем-то, прежняя. Нужно подходить, стрелять картечью, отходить. В общем-то, эта тактика была мной опробована в прохождении на отчаянном корсаре последнего урока. Видим, что команду мы выносим на этой серии достаточно туго и напряжно. Это понятно. Еще раз подчеркну, Жан Дено здесь не простачок. У него приличные навыки. Понятное дело, что у него приличный навык защиты. Если бы у Шарля был мушкетный залп, то, наверное, можно было бы и сразу идти на абордаж. Похоже, они перезарядились на картечь. Ну что ж, я думаю, не будем здесь дальше играть в казаки-разбойники. Я думаю, что у Шарля уже есть определенное преимущество, поэтому отходить я здесь уже больше не буду. Хотя, может быть, и зря, так как стреляют они поэффективнее, это видно. Но я подозреваю, что на этой шхуне стоят кулеврины, поэтому у них, конечно же, в артиллерийской дуэли будет преимущество. И по навыкам, и по калибру орудий. Ну да, видимо, они у нас 30 человек буквально очень быстро вынесли, а теперь, я думаю, нам придется достаточно сложно. Ну да, вынесли еще 20. Ну да ладно, идем на абордаж. Но опять же чувствую, что зря я затеял эту артиллерийскую дуэль здесь рядом. Все-таки совсем не простачки здесь капитаны на этом уровне сложности. Тем более квестовые капитаны вроде Жана Дено. И с ними нужно быть предельно осторожным. Но могли видеть, как быстро у нас команду сократили фактически со 140 человек до 90. Плюс у них есть мушкетный залп, поэтому бой предстоит достаточно тяжелый здесь на абордаже. Но вы можете это видеть. Самое опасное, понятное дело, здесь мушкетера.
С ними нужно быть предельно осторожным, так как они, конечно же, Шарля будут убивать на выстрелы. Ну, пока все складывается более-менее удачно. Ну вот, верхняя палуба выиграна, и выиграна, к моему удивлению, достаточно быстро и без больших потерь. Ну, в общем-то, Шарль, безусловно, здесь вносит большую лепту, наверное, даже не меньше, чем атлет, за счет своей стрельбы, за счет очень большого урона от ударов прикладом. Вы также можете видеть, что нацепил я ему траншейный доспех на всякий случай, потому что Жан Дено — это, насколько я помню, достаточно серьезный противник, и в каюте будет, я думаю, совсем непросто с ним справиться. Как-то с лутом здесь не очень пока Шарлю везет, я имею в виду на этой палубе. Ну да, ничего интересного. Ну да, эти удары прикладом, на мой взгляд, конечно, очень эффективны. Во-первых, они, как я уже отмечал, наносят очень большой урон. Во-вторых, они, естественно, не блокируются. И в-третьих, они очень быстрые, то есть очень короткий здесь фактически замах прикладом. То есть это такой рубящий удар с уроном пробивающего. Ну вот и все, эта палуба тоже выиграна. Я, кстати, знаю, что есть моды, которые добавляют финты, а также парирование стрелку. Я думаю, что это, конечно же, сродни читерству ставить такие моды. У стрелка здесь и так существенные преимущества. Если ему еще поставить эти моды, то, конечно же, он здесь был бы, наверное, самым эффективным персонажем. Но это, наверное, сродни тому, что если по атлету поставить такой мод, чтобы он в одной руке держал, например, мушкет. Это, я думаю, что было бы примерно так же. То есть, с одной стороны, стрелять из мушкета, а с другой стороны, пробивать всех каким-нибудь клейбэгом. Я думаю, что такой персонаж действительно был бы совершенно читерским, понятное дело. Но я думаю, что вот стрелку ставить финты и парирование, наверное, из той же версии. Но это как на мой взгляд. Ну что ж, теперь, я думаю, самое сложное. Отправляемся в каюту. Так, такое ощущение, что как будто я не ставлю блок, он, по-моему, каждым ударом его пробивает. Что-то я не очень понял вообще, что здесь творится. Выстрелить я не успел, придется переигрывать этот эпизод. Итак, снова идем на абордаж. Ну, в общем, действительно, пел-пел я дифирамбы стрелку, что он здесь такой весь эффективный, такой весь
замечательный на абордаже, а вот его ахиллесова пята и проявилась в каюте с этим самым Жаном Дено. Ну, правда, откровенно говоря, я не до конца не понял, почему все так сложилось. Дело в том, что я ставил блок, а этот Жан Дено бил, как будто этого блока вообще не существует. То есть ни разу этот блок не сработал. Я уж не знаю, почему такая ситуация. То ли этот Жан Дено действительно настолько прокачанный персонаж, что для него блоки вроде как и не существуют. То ли блок мушкетера менее эффективен, чем блок, скажем, атлета. Клинком, я уж не знаю, но так или иначе, блок здесь совершенно не работает. Это крайне обидно. Если и дальше блок мушкетера будет настолько бесполезным, то, конечно, будет очень сложно. Я думаю, что с таким, в кавычках, блоком последний бой будет пройти крайне сложно. Стрелку. Так, здесь самое главное не подставиться под мушкетеров. Вот сволочь почти успел выстрелить. Так, ребята, идите вот к мушкетерам, а, как-нибудь. Так. Ну да, Шарлю повезло. Самое главное, еще раз скажу, подстрелить мушкетеров. Но на самом абордаже, видимо, Шарли действительно здесь проблем не возникает. А вот с Жаном Дено, видимо, здесь возни будет масса. Я имею в виду в каюте. Не играл я, в общем-то, чистым мушкетером, я имею в виду, не бегал я с мушкетом, поэтому не владею техникой беготни по каютам. Я думаю, что там нужна, конечно же, специальная техника, как не попадаться под удары, окружить вокруг нашего противника. Но я думаю, что придется научиться, видимо, в этом профиле. Хотя, еще раз подчеркну, меня, конечно, бесполезность блоков мушкетом крайне расстраивает. Ну вот, перебиты все испанцы на этой палубе тоже. Я думаю, что единственная надежда, на мой взгляд, забить Жана Дено сразу, то есть сделать выстрел и попытаться его забить прикладом. Хотя, с другой стороны, у него такое количество жизни, что сделать это будет очень сложно. Арх, я узнал тебя, каналия. Не поверю, что это случайная встреча. Точно, Жан? Пардон, Дон Хуан. Я тебя выследил, а теперь добро пожаловать в трюм. После того, как ты слегка остынешь, мы с тобой побеседуем. Итак, обыскать каюту Жана Дено не получилось. Кстати, вы можете видеть, что команда у них была даже больше, чем на нашей шняве. Очень приличная, кстати, военная шхуна. Пожалуй, она хуже шнявы только по корпусу, а во всем остальном практически не уступает, или даже лучше. У них стояли кулеврины. В общем, действительно, противник был достаточно серьезным. Дон Хуан захвачен и помещен в трюм. Надо провести с ним беседу по поводу Бертрана Пинета. Ну что, Дон Хуан, как видишь, предательство до добра тебя не довело?
Ты мне пришел морали читать или для более важных дел? Для более важных мне нужен твой сообщник Бертран Пинет. Из-за этого клоуна у меня большие неприятности. Где его искать, а? Из какой стати ты решил, что я стану тебе это рассказывать? Не расскажешь, тебе хуже. Я отвезу тебя в Бастер, сдам губернатору и получу награду за поимку дезертира, организовавшего побег Карлоса де Мильяра. Выбирай, или ты говоришь, где найти этого жулика, или мы отправляемся на Гваделупу. То есть ты все знаешь? Хорошо, я расскажу тебе то, что мне известно о Бертране Пинете, но ты должен меня отпустить на свободу. Рассказывай, я высажу тебя там же, где и в прошлый раз, в заливе Москитос. Можешь проваливать на все четыре стороны. Но если обманешь, вернусь и сожгу твою плантацию, подаренную Доном Карлосом, и сообщу властям в Бастере, где тебя искать. Сначала довези до материка и высади на берег, так мне будет спокойнее, клянусь, я тебе все расскажу. Ладно, все равно ты от меня никуда не денешься. Итак, мой пленник готов поделиться информацией о Бертране Пинете. Держу путь в залив Москитос. Теперь направляемся в залив Москитос. К моему удивлению, здесь даже есть быстрый переход. Я выполнил свою часть сделки, теперь твоя очередь. Выкладывай, помни о том, что тебе угрожает, если надумаешь соврать. Ты найдешь Бертрана Пинета на Барбадосе, точнее на главной плантации. Он собирался продолжить свой бизнес именно там. Смотритель плантации его дружок. Какого рода бизнес планировал Пинет? Да все тот же, что и на Гваделупе. Полулегальная торговля, поиск и доставка дефицитных товаров, привоз рабов под заказ. Думаю, что сейчас он займется работорговлей и продажей сахара, иначе с чего бы ему оседать на плантации. Понятно, у него есть покровители среди английских властей? Возможно, этот фрукт еще тот, у него повсюду знакомства. Что еще можешь сказать о нем? А что тут скажешь? Мутный, хитрый тип, много чего знает, всегда держит козырь в рукаве. Я не так долго с ним знаком был. Ясно, ладно, тогда мне пора в Бриджтаун. Ступай, Дон Хуан, да не вздумай Пинету весточку послать, что я у него на хвосте. Если не найду Бертрана на Барбадосе, пеняй на себя. Бывай. Бертран Пинет решил продолжить свои делишки на Барбадосе. Искать его следует на плантации. В путь. Отправляемся снова в другой конец карты на Барбадос. Итак, Шарль уже на плантации Барбадоса. Именно здесь теперь ведет свой бизнес Пинет. Искать его надо вот в этом доме. О, какая неожиданная встреча! Добрый день, Шарль де Мор. Какими судьбами? Добрый день, месье Пинет. Я уже с ног сбился, вас искавши. И в чем же причина такой спешки, капитан? Вас, милейший, крайне жаждет видеть месье Артюр Кабинер. Я полагаю, вы понимаете, зачем и почему. Конечно, понимаю, но и вы, уважаемый капитан, должны также понимать, что я совершенно не жажду увидеть месье Артюра Кабинера, как он того желает. Неужели в вашем лице он нашел охотника за головами? Я просто в это не верю. Увы, но это так, хотя я и не рад этому. Я имел неосторожность болтнуть лишнего, и милейший месье Артюр Кабинер, проглотив его акулу, припер меня к стенке. Или вы, Бертран Пинет, на Гваделупе, или я иду как соучастник в вашей авантюре с побегом Дона Карлоса де Мильяра. Чем для меня это чревато, думаю, объяснять не нужно. Ах, какой же все-таки негодяй этот месье Артюр Кабинер, так бесчестно шантажировать людей. Итак, капитан, что же вы намерены сделать? А как вы думаете, полагаю, вам придется отправиться со мной в Бастер? Ох, я вынужден огорчить вас, месье капитан. У меня нет ни малейшего желания подниматься на борт вашего прекрасного судна. Силы вы ничего не добьетесь, кругом охраны, и в случае проявления агрессии с вашей стороны я начну кричать. Вы, конечно, можете попытаться проткнуть меня вашей шпагой, однако скрягер-ростовщику мой труп вовсе ни к чему, денег с него все равно не истребуешь. Так что самым разумным поступком с вашей стороны будет просто покинуть этот дом и оставить меня в покое. Я не буду поднимать шум и дам вам спокойно уйти. Пожалуй, вы правы. Убить вас, конечно, было бы неплохо, но действительно в этом нет смысла, и проблем не оберешься. Но вы не думаете, что я так это оставлю. Я сейчас же выхожу в море и отправляюсь в Бастер, расскажу ростовщику, где вы прячетесь.
А он уже пришлет за вами людей в черных костюмах с полумасками на лицах. Да-да, милейший, не забудьте передать вашему патрону, чтобы его люди в масках записывались в очередь. Желающих и так немало. Всего доброго, капитан. Мерзавец Пинет отказался проследовать за мной на корабль. Впрочем, было бы странно ожидать от него иного. Я снова сглупил, надо было действовать как-то иначе. Но ничего, в будущем стану хитрее, а этот прохиндей все равно от меня не уйдет. Надо обойти окрестности плантации и подумать, как можно схватить месье Бертрана силой. Шарль отправляется на местный маяк. Можно было бы пройти другим вариантом, а именно договориться с Пинетом. Но я выбираю первый вариант. У меня созрел план. От плантации к маяку Барбадос ведет тропа. Я поставлю свой корабль в бухте у маяка и буду караулить Пинета на тропе, ведущей от маяка к тропе между городом и плантацией, недалеко от развилки. Займу позицию, незаметную со стороны входа на плантацию. Бертран наверняка ходит по делам в Бриджтаун, а вот тут-то я его и схвачу. Думаю, ждать придется недолго, день-другой, а потом оттащу пленника к маяку, подниму на корабль и упакую в трюм. Теперь Шарлю предстоит ждать на этой самой тропе. Вот самое лучшее место для засады. Здесь буду стоять и поджидать Пинета. Буквально на следующий вечер появляется запись, что Пинет направляется в Барбадос. Направляется он, естественно, не один, а в сопровождении своих телохранителей. Будем их убивать и брать Пинета в плен. Я переигрываю этот эпизод. Первый раз, к сожалению, убили одного абордажника, индейца. Но признаться, я думал, что этот эпизод будет существенно сложнее. Дело в том, что на атлете я проходил этот эпизод только снимая абордажников. Здесь же я понял, что вполне можно и с абордажниками пройти. Индейца первый раз убили в самый последний момент, а только потому, что он очень далеко бежал с одним из этих головорезов, и Шарль не успел его спасти. Надо, чтобы сейчас не повторилась эта же самая история. Но также, я признаюсь честно, я, в общем-то, для проформы начал проходить этот эпизод таким образом, а именно с абордажниками, полагая, что все равно особых шансов здесь спасать их не будет. Оказалось, что шансы вполне себе есть и даже неплохие. Я планировал здесь бегать с аркебузой, вернее планировал, что Шарль будет бегать с аркебузой и расстреливать этих головорезов на плантации. Но видим, что все обернулось удачно. Стой, я сдаюсь, сдаюсь. То-то же, а теперь брось оружие и живо марш на корабль. Итак, Пинет сдается. Сдается он по-любому после того, как мы перебьем всех его телохранителей. В общем-то, действительно, я даже как-то удивлен, что у меня этот эпизод вызывал какие-то сложности на отчаянном корсаре, где я проходил атлетом. Там мне никак не удавалось спасти своих абордажников. Абордажники там, наверное, даже были покруче, чем сейчас у Шарля. Кстати, видим здесь какой-то корабль. Очень неудачно нарисовался. Бертран Пинет успешно захвачен в плен. Теперь в Бастер к ростовщику. Ну да, направляемся в Бастер. Осталось только оторваться от этого корабля. Но я надеюсь, у Шарля это получится сделать. Эпизод этот оказался, еще раз скажу, намного проще, чем я думал. Действительно, стрелку здесь было проще, чем атлету, это точно. Итак, Шарль прибыл в Бастер. Теперь надо отправляться к местному ростовщику. Хорошему клиенту хороший процент.
Какие вопросы? Это снова я, месье Артюр Кабанер. Я привез Бертрана Пинета, он у меня в трюме. Прекрасные новости, капитан Шарль де Мор. Я сейчас же отправлю своих подручных на ваш корабль. Теперь эта птичка от меня никуда не улетит. Ну а вы заслужили свое вознаграждение, получите. Вот ваш сундук. И еще, чтобы вы поменьше на меня обижались, небольшой подарок, амулет. Благодарю. Полагаю, ваше молчание об этой истории также входит в вознаграждение. О какой истории, капитан, вы говорите? Я что-то не припоминаю никакой истории, связанной с вами. Буду рад видеть вас среди моих клиентов. Но молчание, вы же знаете, оно как золото. Иногда даже дороже золота, месье. Я вашу руку усвоил прочно. Всего доброго. Заодно повысилась репутация Шарля в колониях Франции. Теперь она нейтральная. Квест «Ценность молчания» ушел в архив. Должник передан кредитору. Награда получена, можно спать спокойно. Конечно, эти 150 дублонов не стоят той беготни, через которую мне пришлось пройти. Ну что же, такова плата за болтливость. Смотрим, что за амулет. Видим, что сундук появился в инвентаре. Амулет «Рыбак». Очень ценный амулет. Ну что ж, и на этом я заканчиваю эту серию. Продолжение следует. Пока.